На первенстве Южного федерального округа анапские спортсмены столкнулись с 8 лучшими командами Ставрополя, Дагестана, Ростовской области и Краснодарского края. Богдан Еременко занимается футболом уже 11 лет. Чтобы успевать посещать тренировки и готовиться к экзаменам, спортсмен составил специальный график, расписав дни по часам. По его мнению, именно дисциплина и упорство помогают добиваться побед. После победы, конечно же, осталось чувство радости, такое неописуемое чувство, когда ты тренируешься, и это все воплощается в реальность, когда ты занимаешь первые места на соревнованиях, тем более таких, как Южный федеральный округ, конечно, это очень хорошо. За последние 3 года старшая возрастная группа футболистов не раз выходила на ЮФО и становилась призером. Однако взять золото удалось впервые. В этом году у нас вообще получился двойной успех. Наши средние ребята среднего возраста заняли 3-е место. И вот старшие чемпионы, поэтому мы приехали с 2 призами. И лучшие игроки у нас в команде. Надеемся на Россию попасть. На подготовку к первенству России остался всего месяц. С 23 по 30 марта футболисты будут отстаивать честь Южного федерального округа в Нижегородской области. Победители в старшей возрастной группе получат путевку на юношеские Олимпийские игры. По мнению тренеров, у анапских спортсменов есть хорошие перспективы на будущее.